Внимание, срочная новость. Клипш едет бомбить Воронеж. Бомбить классным звуком вместе с усилителями и мотивой и другой техникой. Но если серьезно, то уже совсем скоро, 5 и 6 февраля, в столице Центрального Черноземья грядет интереснейшее мероприятие для всех тех, кто ценит качественный звук. В Воронежском пульте, который находится на Московском проспекте, дом 67, пройдет серия мероприятий, на которых будут рассказывать, показывать и, что самое главное, дадут послушать технику Клипш, Эмотива, Магнат и Ревон. Причем, из того, что заинтересовало лично меня, Магнат впервые в России покажет свою очень интересную новинку. Небольшие активные колонки Транспульс 800, выполненные в стилистике в тех самых больших транспульсов. Они наверняка станут хитом, помяните мое слово. В общем, друзья, если вы находитесь в зоне досягаемости воронежского магазина pult.ru, то не пропустите все это. Даже если вы не собираетесь ничего покупать, приедьте и послушайте, чтобы знать, как все это звучит не по чужим словам, а составив свое собственное мнение. Тем более, что, например, Клипш делает породистые колонки со своим особенным звуком, а Эмотива – хитовые недорогие усилители, взорвавшие в свое время рынок. Вот сами сможете понять, почему это все так популярно. Чтобы попасть на мероприятие, от вас потребуется предварительная регистрация. Сделать это можно по ссылке в описании. Там же все подробности о мероприятии. Ждем вас в Воронеже!